Буся, Буня, ты вот тут зря легла, а то вот там вот пуля лежит. Смотри, вон она, да? Вот лежите под одеяльцем, чтоб тепленько было, да? А, мышки мои две, эти мои мышки-нарушки. Ой, умнички, ну все, все, спите вместе, спите, спите. Вот так, пуляша, спи, а то ты прямо тебя аж трясешься от злости. Давайте, спите под одеяльцем. Так тепленько, так хорошо, да, пулечка? Я тебе сейчас дам р. Все, мама не трогает. Не трогает все пуль. Ну все уже, пускай. Уже научитесь вместе спать. Давайте. И мои две любимочки спят вместе. Ой, мои умнички. Здравствуйте, зрители нашего канала. На этот раз я со своими помощницами делаю компот, ассорти, груши, нектарин, виноград, дольки лимона и мелисса. Вот я залила это первый раз, потом воду солью, добавлю сахар, заливаю снова кипяточком и закрываю. И под одеяло. Вот у меня как раз три банки по 2 литра. Вот наше чудо. Лежит себе. Вот пришла другая подружка. Вот они сейчас начнут выяснение отношений. Кто кого. Вот моя девочка. Это лапочка моя. Ага. Ой, ты хорошая моя. Пулечка, только аккуратно. Она тебя может лапой побить. Что там делается, а? Что случилось? Так, ой, ты моя зайчка, лапочка моя. Ты засранки моей. Ну что? Все? Все, да? Успокоились? Вот умничка. Компоты, варенье стоят готовые к отправке в подвал.